приветствую телезрителей экранов телевизоров и зрителей в студии. Мы начинаем программу «Два рояля». Спонсор нашей программы – Центр Парта. Это 8-летний опыт работы в области образования за рубежом для детей и взрослых. И это клуб отличников «Парта» для школьников, которые за отличную учебу получают членскую карточку клуба и участвуют в розыгрыше суперпризов от Центра Парта. Карточка члена клуба отличников «Парта» откроет перед вами новые возможности. Ну что ж, друзья, перед нами два рояля, черный и белый рояль. Сегодня музыкант за черным роялем – это Александр Мясников. Спасибо, Александр. А за белым роялем Вадим Буликов. С Вадимом Буликовым сегодня в команде играют обладательница гран-при фестиваля польской песни «Леди холодного джаза» Елена Кузьмина. Елена, сегодня вы станете обладателем гран-при российской песни. Занимайте, пожалуйста, место за белым роялем. Спасибо. С вами сегодня в команде играет мистер стопроцентный шлягер Михаил Михайлов. Михаил, стопроцентный шлягер. Сегодня мы поем 150-процентный шлягер, а вы нам в этом помогаете. Занимайте места. В команде черного рояля с Александром Мясниковым сегодня играют солисты группы «Штар» Руслан Швыдченко. Руслан, не ошибитесь, черный рояль слева. Желаем вам успеха сегодняшней передачи. И также еще один солист группы «Штар» Рустам Пленкин. Скажите, Рустам и Руслан, привет, а где ваша девушка в красном? Девушка? Где-то в зрителях, да? Наверное, или она смотрит, да, программу по телевизору? Сегодня будем искать ее обязательно. Мы будем ее искать, и, конечно же, мы ее найдем. Итак, друзья, мы начинаем программу «Два рояля». Итак, зрители приветствуют начало первого тура. Друзья, у нас сегодня начнет играть первая команда, конечно же, мужчины белого рояля, несомненно. Обратите внимание, за моей спиной находится 6 экранов, где спрятаны 6 слов, образующих фразу из песни, которую вам придется вспомнить и спеть. Какой экран вы откроете? Номер 4. Открывайте, пожалуйста, 4-й экран. Это слово «лето». Вам придется вспомнить песню, где встречается это теплое слово. Вадим, ваша команда готова? Попробуем. Попробуем. Это они думают, пока вступление. Вся земля теплом согрета, и по ней я бегу босиком. Я пою, а звезды лета светят мне даже днем, даже. Действительно, в этой песне встречается слово «лето», и вы прекрасно исполнили эту песню. А теперь у вас есть возможность открыть, не знаю, следующий экран. Это будет номер... Не страшно. Номер 2. Экран номер 2, говорит Миша. А вот он и переход хода. Переход хода команде черного рояля. Начинает играть команда черного рояля. Ничего страшного, ничего не случилось. Какой мы откроем с вами экран? Рустам, Руслан. Открываем экран. Это, ну, давайте, сложно. Третий. Да. Третий экран, да. И мы видим слово «бродит». Бродит. Вы готовы? Александр, я прошу вас, чтобы ваша команда спела. Руслан, пожалуйста.
Ой, что-то знакомое. Словно замерло все до рассвета. Дверь не свинет, не свинет огонек. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то одинокая бродит гармонь. Кто пойдет за моря, за ворота, кто вернется обратно опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Гармонь ты никак не может отыскать, а команда «Черного рояля» не то что отыскала, а даже вспомнила эту замечательную песню. И у вас есть возможность открыть еще один экран. Напоминаю, еще один есть спрятанный какой? Переход хода. Будьте внимательны. Итак, экран номер? Номер? Рустам? Давайте 6. 6. Шестой экран, пожалуйста, нам откройте, и мы видим переход хода. Вы так хорошо всегда стреляете, да? Обычно вот... В десяточку, да? Да. Итак, переход хода к команде «Белого рояля». У вас есть возможность открыть еще один экран. Это будет экран под номером... Номер один. Под номером один. Экран номер один, и мы видим слово «по». Вот уже образовалась какая-то фраза. Вспоминайте, пожалуйста, песню, где встречается слово «по». Пожалуйста. Прекрасно! Вам удалось вспомнить песню, где встречается слово «по». По Дону гуляет, как известно, казак молодой. И вы будете открывать еще один экран? Ну, хотелось бы, наверное. Давайте откроем пятый экран, он остался у нас один, и мы видим слово «солнце». Что же вы нам будете петь? Может, вы нам споете всю сразу песню, которую мы для вас задумали и спрятали? Да. Поехали! Перелюкам проведено, солнце льется прямо вниз. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Блестят там плошками журналы, на них которым смотришь ты. Ты в журналах повидала королеву красоты. С тобою связан навеки я, и жизнь и счастье. Сама не знаешь ты, но не найти какую королеву красоты. Я несу тебе навстречу, я несу тебе цветы, как единственный на свете королеве красоты. С тобою связана навеки я, и жизнь и счастье. И команда «Белого рояля» зарабатывает свое первое очко! 1-0 становится счет в пользу команды «Белого рояля». И у вас есть возможность заработать еще одно очко, правильно ответив на мой вопрос. Королева красоты. А не вспомните ли вы, кто стал первой королевой красоты города Москвы?
Раз. Это было совсем недавно. Ее звали Маша. А фамилия? Калинина. Известная очень. Калинина. Старосты нашего всесоюзного. Да. Фамилия? Маша Калинина. Маша Калинина. Совершенно верно. Счет становится 2-0.